Здравствуйте. Сегодня в студии CivilNet член правления оппозиционной партии Арцаха «Национальное возрождение», политолог Тигран Григорян. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо. Тигран, начнем с венской встречи. 29 марта в Вене состоялась первая официальная встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана. И несмотря на то, что какого-то прорыва или революции, по словам Пашиняна, не произошло, но обе стороны положительно оценили итоги переговоров. Как, по-вашему, процесс сдвинулся с мертвой точки? Ну, то, что состоялась первая официальная встреча, я тоже считаю позитивным результатом. И на этой встрече, по сути, были подтверждены те соглашения, которые были достигнуты в Душанбе в сентябре прошлого года. Думаю, это довольно-таки хорошо, что мы еще на некоторое время будем иметь спокойствие на границах. И механизм прямой связи между сторонами тоже, мне кажется, очень важным. Насколько сегодня вообще актуальны договоренности в Вене и в Санкт-Петербурге? Стоит ли их вообще сегодня обсуждать? Мне кажется, конечно, стоит обсуждать, потому что без институционализации режима перемирия никаких реальных продвижек в переговорном процессе не стоит ожидать. Но мне кажется, венские и санкт-петербургские договоренности были отодвинуты на второй план задолго до революции, еще во время правления Сержа Саркисяна. Если мы посмотрим на все заявления Минской группы ОБСЕ после всех встреч, мы увидим, что уже давно не было до революции, давно на протяжении долгого времени не было ни одного упоминания венских, санкт-петербургских, женевских соглашений. Но думаю, что армянская сторона или армянские стороны должны постепенно продвигать эту идею, потому что, как я уже сказал, без институционализации режима перемирия не может быть никаких подвижек в переговорном процессе. Мир не должен быть доброй волей сторон конфликта, то есть мир должен быть константой и базисом переговорного процесса. Как вы оцениваете само заявление посредников Минской группы? Есть ли какие-то новые пункты, которые раньше не обозначались? Честно говоря, я ничего экстраординарного не заметил. Мы увидели, что заявление отличается от предыдущего заявления, то есть нет упоминания о мадридских принципах и компонентах, нет упоминания о том, что переговорный формат не должен изменяться или должен изменяться только по обоюдному согласию сторон. Думаю, это тоже результат усилий армянской стороны, потому что можно было бы ожидать, что, по крайней мере, заявление о формате могло повториться и в этом заявлении. Так что, мне кажется, довольно-таки все нормально прошло. Тигран, еще до встречи в Вене в Степанакерте на совместном заседании Советов безопасности Арцаха и Армении Никол Пашинян обозначил повестку — это привлечение или вовлечение Арцаха в переговорный процесс. Как, по-вашему, как вовлечение Арцаха может повысить эффективность самого переговорного процесса? Я думаю, что без вовлечения Арцаха, прямого вовлечения, потому что вовлечение в той или иной степени давно существует, без прямого вовлечения Арцаха в переговорный процесс, опять же, не стоит ожидать никаких продвижек, потому что насколько бы зависимым Арцах не был от Республики Армения, но Карабахский конфликт — это тот единственный вопрос, где Нагорно-Карабахская республика и Карабахское общество имеют ключевое слово, и без согласия и утверждения Карабахской стороны никакое мирное соглашение, то есть даже дело до мирного соглашения не дойдет, то есть никаких реальных продвижек не будет. Кроме того, мне кажется, посредники, международное сообщество, Азербайджан тоже понимают, что у них никаких реальных контраргументов против заявления Пашиняна о необходимости возвращения Нагорного Карабаха за стол нету, потому что мы тут говорим о простом механизме демократического мандата, без которого не может быть достигнут никакой договор. То есть
люди, чей вопрос, чья судьба обсуждается, они не должны участвовать в обсуждении своей судьбы? Или они должны участвовать только в финальной фазе, как долгое время говорилось, когда нужно просто поставить подпись и легитимизировать какое-то соглашение, которое было принято без их участия? Я в последние дни общался с разными международными экспертами, дипломатами. Ни у кого нет никакого весомого, нормального аргумента против позиции. Ну вот как воспринимается сама идея с их стороны? Идея... Воспринимаете ли это как попытка изменить правила игры? Может быть, воспринимается. Например, недавно один эксперт на одном обсуждении, так как обсуждение проходило в формате Chatham House, не буду называть имена, заявил, что возвращение Арцаха в переговорный процесс может торпедировать формат, который существовал в последние 20 лет. Но это тоже слабенький аргумент, потому что мы видели, что этот формат никакого реального результата не давал и, по сути, являлся лишь механизмом менеджмента конфликта, а не урегулирования. Поэтому у международного сообщества, у Азербайджана есть выбор. Хорошо, не хотите, не будет Арцах полноправной стороной переговорного процесса. Ну и прогресса не ожидайте. То есть наша позиция очень четкая и ясная. Это ваш выбор. Если вы хотите прогресса, если вы хотите субстантивных переговоров, то без участия Арцаха невозможно. Да. Тигран, скоро год, как в Армении произошла бархатная революция. Вы, как житель Арцаха, также видите какие-либо изменения, какие-либо отголоски бархатной революции в Арцахе? Конечно. Мне кажется, бархатная революция в Республике Армения стала причиной процесса либерализации, политической либерализации в Нагорном Карабахе или демократического открытия, как принято говорить на политологическом жаргоне. Я могу назвать несколько цифр. Например, за 10 лет до бархатной революции в Арцахе открылась только одна партия за все это время. После революции, я уже, честно говоря, со счета сбился, по-моему, 8 или 9 уже открылись. То есть какая-то оттепель уже произошла? Не какая-то, очень серьезная, ощутимая оттепель. За 10 лет до революции было всего лишь несколько акций протеста, по-моему, 2 или 3. После революции мы уже около 20 акций протеста, это, по моим подсчетам, может даже больше. Сегодня, мне кажется, Арцах более свободен, чем когда-либо в политическом плане. Люди внезапно стали понимать, что у них есть право на мнение, они могут высказывать это мнение, и у правящего режима нет уже никаких механизмов, чтобы как-то подавлять это мнение. Если до этого у них было разрешение со стороны Сержа Саркисяна и его режима подавлять всякими методами все высказывания всех деятелей, которые как-то проявляли себя не так, как хотелось бы им. Сейчас у них нету такого инструментария, то есть они просто вынуждены терпеть, выслушивать и считаться с мнением общества. Мне кажется, я уже это много раз говорил, что в 2020 году у нас будут реально конкурентные выборы. Не знаю, насколько свободные и честные, но то, что они будут конкурентными, это уже точно. Потому что конкуренция появилась не только между оппозицией и властью, а также внутри властной элиты. Есть несколько групп, которые борются между собой, и эта конкуренция, мне кажется, обеспечит какое-то качество. Прежде чем перейти к самим выборам и вашему участию, я хотела бы спросить, а есть ли ощутимое какое-то воздействие на ситуацию с правами человека и гражданскими свободами? Да, безусловно, есть, потому что, например, даже не до революции, а где-то до июня прошлого года, когда случилась первая акция протеста, большая акция протеста в Арцахе. То есть это уже после бархатной революции? После бархатной революции, но в результате процесса
который был результатом бархатной революции, то есть который не случился бы, если бы не бархатная революция. Все множество правонарушений, которые были практикой, скажем, силовых структур, пытки в тюрьмах, в полицейских участках. Эта практика сейчас не настолько распространенная, потому что эти люди, которые принимают такие решения, тоже уже опасаются за свою судьбу, за свою политическую судьбу. То есть, безусловно, с правами человека тоже есть ощутимый прогресс, и это только благодаря бархатной революции. Какие шаги вы видите по направлению к развитию гражданского общества в Арцахе? Что нужно сделать? Мне кажется, тут без активного участия Республики Армения и правительства, и гражданского общества сложно будет иметь прогресс, потому что в Арцахе все ресурсы сконцентрированы в руках правящей элиты. Все большие там, финансовые потоки, общество, по сути дела, в Арцахе есть только один работодатель, это государство, там 66%, по-моему, работоспособного населения работает на государство, то есть очень легко использовать этот рычаг для подавления свободы слова. И в области медиа также. И в области медиа мы понимаем, что сложно найти какие-то альтернативные ресурсы для создания независимых медиа или независимых общественных организаций. Поэтому, мне кажется, мы тоже обсуждаем этот вариант с нашими коллегами в Ереване. Нужно, чтобы правительство Армении политическая воля финансировала такие инициативы. Создание там свободного, не свободного, независимого от власти Арцаха СМИ, организации, которые могли бы проконтролировать, скажем, как, на что тратится межправительственный кредит, который дается Нагорному Карабаху. Ведь мы ждаем, что даже в случае международных организаций, которые дают какие-то кредиты каким-то государствам, то есть конкретные меры, которые контролируют. Это на английском conditionality называется, то есть вы должны показать результаты, чтобы мы понимали, для чего мы даем деньги. А сейчас получается, что руководство Армении дает при руководству Арцаха огромные деньги, которые очень часто грабятся разными коррупционными механизмами, о которых мы постоянно говорим. Тигран, мы иногда слышим подобные заявления о том, что демократизация Арцаха или повышение транспарентности также процессов может подорвать безопасность самого Арцаха. Вот для чего делаются подобные заявления, как вы к ним относитесь? Ну, это пропагандистский штамп, который был придуман во времена правления Роберта Кочаяна, Сержа Саркисяна и внедрен в сознание общества для подавления активности. То есть мы за последние годы поняли, что как раз отсутствие таких механизмов позволяет, чтобы наша безопасность была, не была на том уровне, на котором она должна быть. Апрельская война доказала, что... То есть это как раз наоборот? Конечно, наоборот. Если нету никакого контроля над тем, как тратятся государственные средства, как тратятся средства в той же армии, на что уходят огромные ресурсы, которые идут в Арцах, как из бюджета Армении, так и из диаспоры и других источников, то понятно, что мы не сможем никогда сделать работу институтов, которые ответственны за обеспечение безопасности, эффективными. Тигран, сегодня в Арцахе есть ли опасения, настороженность к новым властям, по отношению к новым властям Армении, лично к Николу Пашиняну, в том плане, что он не может представлять Арцах в процессе, что его переговорные позиции слабые, что он, как мы часто слышим, может, так сказать, сдать земли? Ну, это тоже результат пропаганды представителей старых властей. Есть часть общества, которая верит в такие пропагандистские штампы. И я, как уже несколько раз говорил, это результат пропаганды не только последнего года, но и последних 20 лет, когда говорилось, что присутствие карабахской элиты во властной структуре
Армения обеспечивает безопасность Арцаха. Но мы можем как бы понять, что если просто посмотреть на ситуацию, мы видим, что, например, безопасность Арцаха во время времена правления того же Сержа Саркисяна настолько ослабла, что случилась апрельская война, что многие годы не делались никакие покупки в сфере вооружений, то есть к апрельской войне мы были абсолютно не готовы с устаревшей техникой, и тут даже мы говорим не о каких-то дорогостоящих экземплярах, а о каких-то примитивных вещах, которые можно было сделать, но не было сделано. А правительство Никола Пашиняна наоборот, мы видим, что с момента прихода к власти активно работает в направлении покупок вооружений, увеличился военный бюджет. Мы видим, что есть конкретные результаты в сфере заселения освобожденных территорий, которые мы не видели во времена правления того же Сержа Саркисяна. То есть нужно смотреть на дела и на результаты. То есть, по сути, беспочвенные заявления? Не только беспочвенные, но и абсолютно манипулятивные, и которые имеют только намерение вести какую-то грязную пропаганду против властей Армении. В 2020 году, как вы уже отметили, в Арцахе пройдут парламентские и президентские выборы. Ваша партия «Национальное возрождение» идет на выборы, будет участвовать. С какой вы идете повесткой на выборы и каков вообще сегодня расклад политических сил в Арцахе? У нас как раз недавно был очередной съезд партии, пятый съезд партии. И в моем выступлении я выразил такую мысль, что если до бархатной революции, до недавнего времени наша партия была группой людей, объединенных вокруг идеи борьбы с правящим режимом и очень часто с разными идеями, с разными политическими представлениями, идеологическими представлениями. В самой партии. В самой партии. То сейчас пришло время, чтобы мы заняли свое весомое место в идеологическом спектре и имели конкретную программу, а не популистическую программу за все хорошее и против всего плохого. У нас внутри нашей партии до сих пор идут дебаты. Я представляю в этих дебатах праволиберальную точку зрения. И мне кажется, к 2020 году у нас будет программа, которая будет направлена в первую очередь на развитие Арцаха, потому что много лет уже все ресурсы, которые приходят из Армении, из диаспоры, тратятся на какие-то бессмысленные социальные программы, которые не дают никакого результата. Тогда как у нас огромное количество разоренных дорог, которые не позволяют, чтобы экономика развивалась, чтобы люди могли стать самодостаточными, чтобы в стране чувствовались изменения. Наша партия будет партией, которая будет предлагать policy solutions для решений проблем развития Арцаха. Вы уже определились с кандидатом на президентских выборах? У нас есть несколько кандидатов, и окончательное решение будет принято, наверное, в начале следующего года. Спасибо, Тигран, за интересную беседу. Спасибо. Напомню, я беседовала с членом правления оппозиционной партии Арцаха «Национальное возрождение» Тиграном Григоряном.